Desert Eagle 10 рублей в день. Как, сука. Так, новый ролик. Продолжаем 35 мм играть. Что-то, ну не знаю, мне не особо как-то она. В ней мало действия, то есть она не особо захватывает, да? Вот остановились на том, что убили медведя и посмотрели ролик. Мой сон, якобы. И вот я проснулся. Вот диалог идет между персонажами, но не совсем ясно, как бы о чем он. Ясно, что нам надо выжить. Ну, в этой игре в чем плюс есть? У нас персонаж разговаривает, его хоть видно, да? Потому что в некоторых играх даже непонятно вообще, за кого ты играешь. Ну, конечно, никто был к этому готов. Не был, точнее, никто не был. Не был. Да я уж вижу, что сократилось. Да, воздуха больше стало, это заебись. Угу. Ну, мародерство, конечно, хули магазины пустые стоят, конечно, мародерство. Интересно, нахрена он мне все это рассказывает вообще? Я бы тоже начал бить витрины магазинов, само собой, в такой-то обстановке. И машину гонять я бы тоже начал, конечно. Насколько я помню, воду надо вот сейчас принести нам что-то такое. Или дровишек для костра. Да, пойди разберись. Вот, воды из колодца надо, да. Видите, что, как я в прошлом ролике сказал, да, тут не то, что мало интерфейса, тут вообще интерфейса нету. Как в Сталкере прям. Водка, две банки шпрот или чего там, консервов. Очень медленная игра, видите? А, ну можно пробежаться. Лопатой дверь подперли. О, косолапый лежит. Это которого в прошлом ролике завалили, если кто не видел. Кстати, он непрозрачный, по нему прыгать можно. Над ним мухи роятся уже. Вот оттуда мы пришли в прошлый раз. Вообще стрёмно на самом деле. Сколько сейчас времени? Ночь, да? Судя по тому, что сверчки поют. Вода тут где-то. Вон кость. Что-то как будто ветки треснули, или мне послышалось. Тут вода, я угадал? А, колодец. А я не знаю, где тут колодец, кстати. Угу. Надо облутать, может, в домах что-то есть полезное. Я не знаю, где тут колодец, на самом деле. А как в этот дом зайти? В него что, двери нету, что ли? А, вот дверь. Да ладно, серьезно, да, нельзя в дом зайти. В каком-нибудь Скайриме можно было бы взломать дверь, зайти, ну ладно. Я все ожидаю, что сейчас какие-нибудь зомби пойдут. Хотя не факт, еще ни одного зомби я не видел. Ну да, чем-то, конечно, ближе к Сталкеру все-таки очень игра. Вот именно сеттингом своим, как бы вот этим. Не, я... О, дом какой-то открытый. А, у меня же фонарик есть, а ну вот. О, открыто. Что тут есть вообще? Ну, должно быть что-то. Хотя, скорее всего, хозяева все забрали, когда драпали. Но в Сталкере, как правило, в печках там что-то лежит. Скалка тут лежит.
Печка, ничего нет. Пока сверчки поют, все тихо. Ну давай, тумбочки же можно открывать, чё? А, уже нельзя, ну ладно. Бидоны. Ну ладно. Кресла накрытые, видимо, кто-то рассчитывал сюда вернуться еще. Вон нужник стоит. Блин, а... Кажется, я колодец вижу. Да, вижу колодец. Почта России. 141-232. У меня индекс похожий. Но они, наверное, вражки все похожие, в принципе. Вот тут что-то. Вот что, тоже нельзя открыть, что ли? Нет, ну ладно. Не пойму, то ли подлагивает, то ли нет. Нужно найти ведро. Да, точно, логично. Нужно найти. Не стоит уходить далеко. Ну да, перемещение. Опа, на собаки лаяли сейчас. Ведро, я не знаю, я вижу, бидоны стоят. Вот бидоны. Есть вот такие баки. Тут закрыто. Закрыто же, да-да, закрыто. Вот церквушка какая-то. Лута мало, я ожидал найти нож какой-нибудь, я не знаю, консервы, винтовку. Вообще, если они в этой игре есть. Фотоаппарат, зачем фотоаппарат? Да ладно, вы серьезно? О, прошел, заебись. Икона лежит. Видимо, иконы не спасли, да? Блин. Угу. Ну такое, да. Не, не знаю, а где ведро найти? По сути, в каком-то... Я даже не приметил, что-то были ведра по пути или нет. Нет, тут... А, ведро. Вот. Есть, все. Пойдем холодной водички в 2 часа ночи. Эх, сейчас бы холодной водички в 2 часа ночи попить. Давай. Видите, в режиме реального времени крутим. Так, оно упало, я по звуку слышал. Теперь поднимаем. Как правдоподобно все. Да ты, блядь. Я вообще на него обратную сторону крутить начал, хотя нет. А ну. Я все жду, когда зомби какие-нибудь. Не, никого нет. Я думаю, мы туда пойдем как раз следующим утром. Ладно. Кажись, в домах ничего нету. Ну и... Я так поверхностно обыскал. Какие-то звуки я слышу странные. Помимо ворон. Или все нормально? Туман какой-то тут, смотрите. Или дым, или туман. А, я думал, тут пожар какой-нибудь. Вот дверь за собой закрыть. И лопатой я бы подпер еще. Нельзя, ну ладно. Сейчас, постой. Интересно, тут что-то есть? Дверь заблокирована с той стороны. Ну ладно. Да, принес. Что, поделиться с тобой? Я не знаю, что нажимать. А, вот, кипятить воду. Прошу к столу, ну давай.
кипяченой водички бы сейчас попить. Давай. Да не, я бы не вздрагивал. Ну ладно. Лучше б ведро чайка заварили бы. Петрович. Светло, луна очень сильно светит, вот, да, вот и рассвело. Да и до этого светло было ночью. Часа 4 утра, наверное, туман такой. Ну или 5. Смотря еще какое время года. Ну идем, идем. Косолапый лежит, уже мухи над ним роятся. Пойду мух отгоню от косолапого. Ну ладно. Какая-то надо терпением обладать, чтобы в эту игру играть. У меня нет терпения просто так медленно идти, вот как персонаж. Может побыстрее как-то. У меня есть 4 еды, одна батарейка, фотоаппарат и нож и фонарик. Да. В режиме реального времени, кстати, инвентарь включается. Сохраниться нельзя, да, нельзя. Фоткать можно. Ну, давай селфи. А ну, улыбнись. Вот так вот. Хорошо. Да, как я и говорил, мы туда пошли, вот под трубы. Я не знаю, что тут еще обыскать можно. Вроде я все обыскал. Тут дома как-то заблочены, то есть их особо не пообыскиваешь. Ну ладно. Угу. Ну да, мы тут уже везде были, да, то есть можно вперед бежать. А ну-ка, УАЗик можно обыскать? Нет, буханка не открывается, что-то. Нет. А ну-ка, вот сюда можно же стопудово, да. Пусть пока он идет, я в домах порыскаю. Оп, а ну вот, отлично. Уже вижу консервы, коробки с вещами. Почему хозяева с собой не забрали? Ух, ниху... Петрович, ты видел? Нихуя тут, блядь, растяжка. А я подумал, ебать, банка консерв стоит подобрать. Надо, ебать, я жадный. Кровь. Вот это с ножа можно разрезать, это я помню, вот эту проволоку. А какая мразь тут растяжку поставила? Ебанутые. Ух. Ни хрена. Смотрите, сколько тут денег. Правда, непонятно, зачем они нужны. Да, эти вшивые бумажки уже не... Банка варенья подобрал нормально. Еще какие-то банки, но их подбирать нельзя. А нормально, кстати, смотрите, пачка денег. Так, продолжаем рыскать по дому. Тут есть пианино, а ну... Прикольно, поиграть можно. Прикольная песня. Охуенно, можно играть, видите, тут. А ну-ка. Ладно. Где там Петрович или как его, Сидорович, он ждет. Мне кажется, или экран мутный. А, нас же взорвали, так я же поел. Давай еще поедим. Или аптечка нужна. Что за хрень, у меня экран мутный. Кстати, да, тут костер свежий, смотрите. Да. Пиздец, я не ожидал, что там растяжка будет. Меня что-то контузило. Давай проверим дом.
Ну да, дверь раскрыта. Опять калоши везде. Топор взял. Смотри, тут шкаф двигать можно. Давайте сначала в него заглянем. Типа потайной, это, тайная комната. Не открывается, а с топора если ебануть. Тварь, а. Не открывается дверь. Ну ладно. Бабе Лизе с каждым днем становится все хуже и хуже. Мы боролись за нее всеми способами, но боюсь, надежды на исцеление нет. Долго раздумывали, как бы облегчить ее страдания, но не смогли, духу не хватило. Нам пришлось оставить ее здесь, заколотить окна и забаррикадировать двери. И считайте это, будьте осторожны. Вот оно что, это вот эта баба там. Вы ёбнутые? Я не могу закрыть ее. А как ее закрыть? А чё за херня? А как мне закрыть? А, все, пиздец. То есть эта баба тут где-то. Оп, еда еще. Или это аптечка? А, аптечка, давайте выпьем. Все отлично. Тут, я так понимаю, тут мутант сидит по прозвищу Баба Лиза. Надо быть осторожнее, да? Ох, пиздец. Кровавая ванна тут. Я так понимаю, тут тайная комната какая-то, но я не знаю, как ее открыть просто. Вот она. Она не открывается. Может, подскажет наш напарник что-то? Вот дождь пошел. Давайте в туалете спрячемся. Костер тут, вот он, да, свежий. Дымится еще, кстати. Блин, а как открыть, интересно, вот эту потайную дверь? Ладно, посмотрим, мы никуда не торопимся. На крышу залезть можно. Нет, нельзя, ну ладно. Так. Так, сюда нельзя зайти. Ну что ж, я даже не знаю, может сюда и нельзя войти, вот эту потайную комнату, она прям заперта, потому что, ну хрен с ним, ладно. Где там наш напарник? Бля, я его потерял. Блин, чё, подождать не мог? А, вон он впереди стоит, напарник наш. А, ну хрен с ним, давай, побежали. Пора контрольную точку следующую искать. Сохраниться бы. А то обидно, столько всего открыть и не сохраниться. Угу. А ну-ка, вот тут может что-нибудь есть? Нет. Оп, это, я забыл, узкоколейка. Да, я тоже об этом подумал, что можно было бы прокатиться, да? А, канистры нет. Угу. Придется поискать топливо, да.
Ну что ж, ладно, я думаю, этим заняться уже в прошлой серии. Ой, да, блядь, в прошлой серии. В 2050-м заняться этим, вот. А пока вот достаточно. Подписка, лайк, все дела. Да я понял. Пасхалок чуть-чуть понаходили, так сказать.